Политика, скандалы, свежие новости. В начале о главном. Погнали. Новоизбранный нардеп под президентской партией «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что необходимо снять экономическую блокаду ДНР и ЛНР. Об этом он сказал в интервью «Стране». По его мнению, на такой шаг Украина вынуждена пойти в контексте реинтеграции Донбасса, потому что выгода постепенно замещает агрессию. Мы говорим не о военных, а о простых людях, которые там живут. Да, возможно, они заблуждались когда-то, но они же не убивали наших солдат, заявил Дубинский. Он считает, что любой конфликт можно сгладить торговлей. В новостях показывают рухнувший мост, через который перелазят старики, которые ездили за продуктами. Так вы не покажете людям, что они тут нужны. Так можно только культивировать ненависть. Заключил будущий нардеп. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.